и ответственная молодежь. Сходит с ума весенний ветер, теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, винила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так и сложно, ни год и ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга, новый мир откроют все. Учебники, фото ты снимаешь, первые каникулы, ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так и сложно, ни год и ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все так и школа, мы будем тебя любить. Мы будем тебя любить. Steel.
это майское утро, этой теплой весной. Все как прежде, как будто, все идет чередой. Только все при параде, при улыбках, цветах, зал в красивом наряде и гостей полон зал. Знаем мы, что сегодня вам не нужен урок. Собрались мы на праздник, на последний звонок. Дорогие друзья, встречая виновников нашего праздника, выпускников школы, давайте, друзья, поприветствуем 11 А класс и его классного руководителя Татьяну Николаевну Щербакову. Thank you.
Сегодня на ваш праздник, дорогие выпускники, пришло много гостей. Это и директор нашей школы Николай Михайлович Пригода. И представитель администрации города Цимпл Ирина Ивановна, начальник отдела опеки и попечительства. И представители комитета по образованию Федунова Надежда Николаевна, начальник учебного отдела. Все ваши учителя, родители, ваши друзья. Мы приглашаем на сцену директора нашей школы Николая Михайловича Пригоду. В этот чудесный день, когда вся наша страна сейчас в цветах, в улыбках, празднично одетая, мы с вами также встречаем праздник, государственный праздник, последний звонок в школе. Я вас с этим праздником поздравляю, дорогие мои, и ребята, и гости, и коллеги, и родители, которые пришли к нам на праздник. Уже не первый год мы встречаем и провожаем этот праздник всегда с каким-то внутренним волнением, которое нам не всегда удается сдержать, потому что все эти годы, с кем-то мы были 11 лет, с кем-то мы были, может, и меньше, но тем не менее мы к вам прикипели душой и телом. Вы для нас стали родными. Все эти годы, дорогие ребята, мы делали все, чтобы из вас получились хорошие, настоящие люди, граждане своего отечества, патриоты, которые радеют и за родину, и большую, и малую, наш родной город Серпухов. Мне очень приятно видеть вас, и первое впечатление, которое вот, спасибо создателям этого замечательного клипа, когда мы улыбались, у меня даже появилась слеза на левом глазу. Молодцы ребята, вы нас порадовали, молодцы те создатели клипа, которые занимались с ним. Замечательно получилось, и на хорошей ноте мы встречаем этот праздник. Все эти годы, ребята, в школе мы с вами изучали науки. Мы делаем все возможное для того, чтобы как можно выше поднять авторитет нашей школы. И у вас, дорогие мои ребята, это получилось. Я должен вам констатировать перед гостями, перед родителями и перед вами всеми, что за эти годы авторитет нашей школы значительно возрос. И в этом большая ваша заслуга. Спасибо вам за это, ребята. Я еще не закончил. Для вас, ребята, начинается весьма ответственная, очень серьезная пора. Время предъявить обществу и себе лично, и вашим родителям то, чего вы достигли за эти 11 лет. Очень серьезные впереди экзамены, и математика, и русские, и другие предметы, которые вы сдаете. Мы на вашей стороне, мы за вас переживаем, мы вас всячески поддерживаем, вы знаете, что мы вас любим, как своих детей. Поэтому я желаю, чтобы эти подошедшие экзамены для вас прошли легкостью. Ни пуха, ни пера на экзаменах. Чёрт! Молодцы. Ну, а сейчас я доведу официальный приказ о допуске 11 А-класса государственной итоговой аттестации. Итак, приказ по средней общеобразовательной школе номер 17 города Серпухова от 18 мая 2012 года номер 65 о допуске к экзаменам выпускников 11 класса. На основании положения о государственной итоговой аттестации и на основании решения педагогического совета школы протокол номер 10 от 18 мая приказываю завершить освоение образовательных программ среднего полного общего образования государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса. Второе. Допустить к экзаменам за курс среднего полного общего образования следующих учащихся 11 класса. Бочарову Евгению Алексеевну. Бурлакову Анастасию Александровну. Гладышеву Кристину Александровну, Голубкину Александру Владимировну,
Корниенко Евгения Сергеевича. Гуркину Ирину Родионовну. Дрозда Никиту Дмитриевича. Елизарова Михаила Венеровича. Семена Сергея Игоревича. Кабак Евгения Дмитриевича. Комарова Сергея Сергеевича. Кузьминова Дмитрия Андреевича. Кулешова Павла Павловича. Ломтева Михаила Витальевича. Лунич Викторию Дмитриевну. Машинцева Сергея Валентиновича. Обмелюхину Елену Александровну. Огурцову Наталью Андреевну. Панина Александра Николаевича. Романцеву Светлану Михайловну. Ретивова Евгения Николаевича. Савину Анастасию Олеговну. Савину Ярославу Игоревну. Селезневу Екатерину Константиновну. Тимофееву Валерию Дмитриевну. Тялину Надежду Александровну. Ишмыга Екатерину Игоревну. Директор школы. Ребята, мы за вас переживаем. Надеемся, что у вас все получилось, все удалось. С Богом! Дорогие друзья, доброе утро. После слов Николая Михайловича говорить практически невозможно. После клипа хочется пойти поплакать в другое место. И как-то вспоминается свои годы школьные. Хотя со школы, в принципе, мы не расстаемся никогда. Сегодня знаменательный день для нашей страны. 800 тысяч одиннадцатиклассников сегодня такие же нарядные, как и вы, с такими же красивыми ленточками через плечо прощаются со своей школы. Сегодня для вас, для всех, прозвенит последний звонок. Я хочу пожелать всем нам, тем, кто собрались в этом зале, и вам, дорогие выпускники, вашим родителям, своим коллегам, терпения на целый месяц, успехов в этот месяц, как можно меньше волнений. Детям успешно сдать экзамены, учителям выдержать экзамены, потому что наша школа 17-я является пунктом проведения экзаменов, правда, для чужих детей, для детей из другой школы, из других школ. Вот родителям тоже очень серьезный и ответственный момент. Самый, может быть, ответственный, потому что, я думаю, каждый из вас скажет, лучше бы я сам сдал, чем ребенок так нервничает. Вот вам терпение, здоровье, выдержки. Вот. Ну и нам, чтобы, в общем, все хорошо прошло во время экзамена. Я присоединяюсь к словам Светланы Николаевны Гринкевич. Экзамены ЕГЭ сдать на 5. То есть, ну, как минимум 70 баллов для всех. Пусть для вас это будет реально достижимой. С праздником, всего хорошего, успехов. И собрались без 5 минут выпускники мая 25 числа 2012 года. И нахлынула на них волна воспоминаний. И поплыли они на этой волне, торопясь и перебивая друг друга, ибо каждому свое казалось дороже и роднее. Ясный день, сентябрь, ромашки, бант, косички, первоклашки. 2×2, букварь, пятерка. В классе первая уборка. В
Фараоны, глобус, карта. Разрисованная парта. Щелочь, пифагор, кислоты. Лев Толстой, проливы, ноты. Друг, контрольная подготовка. И, конечно, тренировка. Танцы, турпоход, гитара. Поцелуй, триместре пара. Классный час уже прощальный. Радость пополам с печалью. И весна, цветы в окне. Отчего так грустно мне? И решили без пяти минут выпускники отнестись к делу серьезнее. И договорились они вместе вспомнить тот долгий путь, что называется школьная жизнь. Воспоминание первое. И было 1 сентября 2001 года. И был первый день. И был первый класс. Словом, все было впервые. Что, девочка, заблудилась? Я ищу первую Б. А, первый раз первый класс, сочувствую. Что происходит на свете? Просто сентябрь. Просто сентябрь? Вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, как скрипнули школьные двери. И прозвенит скоро первый твой школьный звонок. Что же совсем этим будет? Будет урок. Будет урок что, один всего? Нет, их будет много. Ждет тебя школьная, долгая в жизни дорога. Но не волнуйся, она ведь закончится в срок. Чем же все это закончится? Будет звонок. Снова звонок? Да, но только уже прощальный. Годы промчатся, и звон разнесется хрустальный. Но не волнуйся, и у тебя будет в жизни твой первый, последний школьный звонок. 1 сентября 2001 года такими робкими и несмелыми приступили порог школ. И встретили вас они, те, кто стал примером и подражанием. Ваши первые учителя. Вы помните начало сентября? Букет цветов и взгляд тревожный мамин. И первая страничка букваря открыла вам ворота в царство знаний. А третий детских неумелых рук с таким трудом перу давал слово. На первый ваш учитель, добрый друг, всегда на помощь. Сердце учителя каждый ученик оставляет свой неповторимый след. У них необыкновенная память, не помню всех своих учеников. А помните ли вы, как звали ваших первых учителей? Они нам были, как вторая мать, несли добро, а зла оберегали. Сегодня они будут провожать тех, кого 11 лет назад встречали. Мы приглашаем к первому учителю. Звонок. 11 лет назад именно в этом зале он впервые прозвучал для нас и повел нас на первый в жизни урок. Все эти годы он был рядом с нами. Он был свидетелем наших огорчений и неприятностей. Он радовался, когда мы получали хорошие отметки на уроках. Он радовался нашим успехам в спортивных соревнованиях, победам на творческих выставках. Все это было. Он радовался, когда мы получали призовые места на школьных и городских олимпиадах. 2 года назад он известил нас о том, что прошло уже 9 лет. А сегодня мы прощаемся с ним. И сегодня мне хотелось бы прочитать вам стихотворение, которое написано именно для вас, и посвящается выпускникам 11 класса средней школы 17 города Серпухова. Роняет май на землю звезды вам, школьникам-выпускникам, чтобы приветливо и просто
вам жить по сердцу и рукам. Судьба за каждым поворотом откроет вам по 100 дорог, к науке позовет кого-то, кто в школе проведет урок. Ошибки все оставьте в классе, багаж от школы ваш разбег. Но знайте, что всегда прекрасен простой и добрый человек. Желаем по душе дороги, любовь одну и навсегда, чтоб уставали руки, ноги от спорта, доброго труда. Соль солоней, а сахар слаще, на родине лесов, полей. Вы приходите в школу чаще, любя своих учителей. Серпухов, май 2012 года. Каждый из вас получит по такой вот, по такому листочку. И мне очень бы хотелось, чтобы вы вложили в свой альбом со школьными фотографиями и, открывая, вспоминали сегодняшний день. Желаю вам успехов в сдаче экзаменов и всего вам доброго. Да, рисунки, Татьяна. Я вас очень люблю и и даем вам на прощание первоклассный наш наказ. Мы прекрасно понимаем ваши трудности сейчас, за окном весна в разгаре, но экзамены у вас. В этих стенах вы успели очень многое узнать, мы желаем вам ответить все экзамены на 5. Вы немало разных знаний получили, только кажется порой учителям, вы нарочно кое-что не доучили, чтобы оставить кое-что учить и нам. Так ответьте все законы, все события, года, чтоб учитель даже ахнул и сказал вот это да. Мы от всей души желаем в институт вам поступить, чтоб звонок последний стал ступенькой в первую жизнь. У меня для вас, друзья, слов совсем немного. Лучше знания, а не деньги брать с собой в дорогу. А еще с собой возьмите дружбу крепкую свою, потому что друг поможет и в учебе, и в бою. Вы заботились о школе, много сделали для нас. Ну, хотя я вам из школы, будем мы не хуже вас. Были вы для нас примером, может, даже маяком. Лично я гордиться буду тем, что с вами был знаком. На последний ваш урок прозвенит сейчас звонок. Вам желает первый класс добрый путь и добрый час! Мы благодарны вам, друзья, за ваши теплые слова. И хотим вам тоже пожелать, чтобы учились вы только на 4,5. А чтобы школьная жизнь казалась вам сладкой, хотим угостить ваш шоколад.
и закончили выпускники начальную школу. И перешли они в школу среднюю, и стали изучать они новые предметы, и познакомились они с новыми учителями. Словом, все снова стало новое. Школа – это море знаний, море уроков, море шуток, море смешных ситуаций. Словом, много всего интересного. Скажи, Миша, как называется человек, который говорит и не перестает говорить даже тогда, когда его никто не слушает? Учитель, Надя, учитель. Я надеюсь, я не увижу, как ты списываешь контрольную, Катя. Я тоже надеюсь, Татьяна Анатольевна, надеюсь. Света, Вика, перестаньте передавать друг другу записки. Это не записки, Ирина Николаевна. Это мы в карты играем. А, ну тогда извините. Итак, 11 класс. Я последний раз спрашиваю, кто взял Измаил? Кулешов. Я не брал никакой Измаил. Зимин. Я тоже не брал. Николай Михайлович, представляете, спрашиваю у них, кто взял Измаил. Они отвечают, что не брали. Да ладно вам, не переживайте вот так. Поиграются, отдадут. Хотя какой это класс был? 11-я? Ведь мы их-то не отдали. Ярослав, do you speak English? Чё, Ольга Владимировна? Миша, do you speak English? Шо? Элина, do you speak English? No, Ольга Владимировна, I don't speak English. Чё? Что, класс, контрольную по алгебре пишем? Здесь, наверное, Наталья Максимовна, полно любителей посписывать. Нет, любители уже за дверью. Здесь остались только профессионалы. Скажи, Сергей, сколько частей света? 5, Юлия Анатольевна. А ну-ка перечисли. 1, 2, 3, 4. Сергей, передвинь, пожалуйста, парту. Вот эту, вот туда. Так, парту передвинь. У тебя вон Санек бежит. Сань, слушай, помоги парту передвинуть. Сережа, смотри, цветок совсем завял. Полей, пожалуйста. Цветок еще полить надо. А, вон Вика идет. Вик! Слушай, полей цветок, пожалуйста. Я вот тут список смотрю. Так, этого нет, этого нет. Сергей, Жени Ретивого давно нет. Но я не представляю, что с ним случилось. Может быть, заболел. Сходи к нему, пожалуйста. Узнаешь, что с ним случилось, и заодно передашь домашнее задание. Еще Ретивого домашнее задание передавать всем в другую сторону. Слушай, Жень, передай Ретивого домашнее задание. Все, Татьяна Николаевна, я все сделал. Что, уже все переделал? Да, все. Сергей, ну какой же ты у нас незаменимый. Вот так и прошли школьные годы. Было всякое, и радости, и горести, и серьезные моменты, и моменты шалости. Но всегда были рядом с нами наши учителя. Мы благодарны своим учителям и приглашаем их на сцену. Тропоту у Натальи Сергеевны.
Гринкевич Светлану Николаевну. Попову Татьяну Николаевну. Сокулову Татьяну Анатольевну. Конухову Наталью Максимовну. Иванову Галину Анатольевну. Анухлева Анатолия Михайловича. Николаеву Ирину Николаевну. Упомянули Нилу Михайловну. Миранчук Ольгу Владимировну. Романову Надежду Петровну. Елизарову Ирину Викторовну. Татарскую Юлию Анатольевну. Полникову Татьяну Тихоновну. Леднёву Татьяну Викторовну. Пальчеву Ольгу Викторовну. Сивачалову Ольгу Борисовну. Чернышову Валентину Алексеевну. Митрофанову Лидию Юрьевну. Курбатову Валерию Владимировну. Донскую Елену Юрьевну. Филиппову Елену Борисовну. Елисеева Викторовну Михайловну. Дорогину Галину Николаевну. Штермолову Елену Николаевну. Секретаря Степаненко Наталью Анатольевну. И Дичкову Людмилу Степановну. И, конечно же, директора нашей школы Пригода Николая Михайловича. Вот ты пришел. Вот и пришел расставание час. Много хорошего помним о вас. Наши заботы, тревоги, печали вы непременно всегда замечали. Сколько мы видели вас на работе. Вечно вы в поисках, вечно в заботе. Все вас волнует, все вас тревожит. Чуткое сердце любому поможет. Мы вам желаем такими же остаться и ни за что никогда не меняться. Да пусть же годы вас не старят, и пусть стрелой летят деньги, и пусть цветы вам вечно дарят любимые ученики. Thank you.